20 ноября 2023 года. Отгружаем валы хеликов для разных станков. В Краснодар отправляется вал для рисмусового станка Makita 2012 НБ. Корпус вала сталь 45. 4 ряда ножей 15 на 15 на 2,5. Кромка R150, угол заточки 30 градусов. В комплект поставки вошли бита, держатели, 2 биты, 10 запасных ножей, 10 запасных винтов. У двух рядов крайние ножи развернуты для того, чтобы вал брал по всей ширине обработки станка. Также отправляем в Новосибирск вал для корвет 104-го. Тоже вал хеликал, те же самые ножи. Также корпус вала сталь 45. Крайние ножи у двух рядов развернуты. 10 запасных ножей, 10 запасных винтов, биты. Два вала для рисмусового станка Девольт ДВ-735. Один из них едет в Таганрог, второй едет в Москву. Эти два вала уезжают через Авито доставку. Оба вала сталь 45, 4 ряда ножей 15 на 15 на 2,5. Кромка R150, угол заточки 30 градусов. В комплект поставки этих валов вошли битодержатели, втулочно-резьбовой фиксатор для шестерни, по 10 запасных ножей, по 10 запасных винтов, по 2 запасные биты.